Всем привет! Сегодня посмотрим еще одну заявку от Майкла. Это уже будет на группу Грай. С этой группой мы знакомились, поэтому давайте посмотрим, что это, какой будет клип. Вот это сейчас неожиданно.
вот такие, такая была группа Грай. На этот раз мы посмотрели с вами живое выступление. Мне кажется, по-моему, на кто играет на дудочке, по-моему, поменялась девушка или нет. Если я ошибаюсь, то можете написать, поправить меня в комментарии, да или нет. Вот, мне понравилось, что вначале они в песне все такое сделали эффект, у кого длинные волосы, начали мотать ими. Это очень прикольно смотрится. И, по-моему, мы еще ни разу не смотрели, где вступал вокал, мужской голос, экстрим вокалом. Вот, но это тоже было неожиданно. По-моему, мне кажется, что мы не смотрели. Необычно, кстати, они сделали это. Вот, очень даже прикольно. Ну, у них очень достаточно много поклонников у этой группы. Вот, особенно, по-моему, за рубежом у них есть. Вот я не знаю, они у них были когда-то концерты за границей или нет. Кто слушает эту группу, напишите. Вот. Кстати, достаточно такое, ну, это русский фолк у них, жанры не играют. Очень хорошо то, что они вот продвигают русскую культуру за рубеж, и я так знаю, что, по-моему, очень многим это нравится. Вот, по мелодию мне нравится то, что у них такая мелодия более жесткая, а на вокале девушка поет, и у нее такой мягкий голос, они это сочетают, и это очень слушается достаточно хорошо и очень клево. Вот, то, что они могут так соединить. И эта дудочка тоже помогает им привнести такой русский дух в песню. Вот, у них очень достаточно много поклонников, и я вижу, и, по-моему, там был еще чуть-чуть показали подростков, если я не ошибаюсь. Вот, но это очень хорошо, что группа может охватить в плане возрастов разную аудиторию, и это для групп даже очень круто. И то, что родители своих детей приучают к отличной музыке, это тоже очень здорово. Вот. Поэтому можете оставлять свои комментарии по поводу этой песни. Клипа, я не знаю, если нет, то это песня и клип, но мы посмотрели живую версию, это тоже достаточно хорошо снято, и есть такая энергия у этого видео, так что это очень хорошо. Вот, поэтому оставляйте свои комментарии и ответьте, пожалуйста, на один вопрос, кто меня будет смотреть из-за границы зрителей, у меня такие есть. Вот, напишите, почему вам нравятся русские группы, и даже по большей части это фолк-группы. Чем вас они привлекают, и что вам в них нравится, мелодия там или что-то, вот. Поэтому мне очень будет интересно почитать. Вот, также оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все это очень важно. И также, если вы хотите поддержать меня, то в описании есть все ссылки на социальные сети, на Etsy, PayPal, Patreon, Facebook, Instagram. Это очень большая поддержка для меня. Вы знаете, что я коплю на свое оборудование, и я бы хотела, чтобы вы мне помогли. Вот, мне осталось совсем чуть-чуть, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Так что увидимся с вами в новом видео. Всех обнимаю. Пока. Бай-бай.